23 ноября в Институте международных отношений и истории востоковедения КФУ состоялась международная научная практическая конференция. У студентов неязыковых специальностей и социогуманитарного профиля появилась возможность пообщаться со студентами-магистрантами Турецкого университета. Данное мероприятие затрагивает именно необходимость коммуникации студентов Казанского федерального университета с зарубежными коллегами. Конференция проходила в онлайн-формате. Студенты выступили с докладами на самые актуальные темы современного образования и педагогики. В итоге данные работы планируется опубликовать в сборнике «Иностранные языки в современном мире». Считаю, что это уже серьезный научный труд. Это заявка на международное сотрудничество. Это заявка на развитие англоязычной среды Казанского федерального университета. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.